Всем привет! В общем, сегодня мы едем на съемку объекта. В общем, у меня немножко нестандартное лицо, лечу кожу лица. Вот, поэтому сегодня буду выглядеть как курица немного. У нас в кадре сегодня на съемке будет дизайнер вместо меня. Вот, мы везем с собой нереально крутую технику, большую, огромную, ее много. Кстати, по эту технику я специально отдельно потом запишу видео, чтобы вы рассказать вообще, где можно купить такую технику, сколько она стоит, для чего она нужна. То есть она очень удобная в плане фото и видео. Вот, в общем, вам сегодня все снимем, покажем. Объект очень интересный. Это у нас заказчик, клиент, мужчина, и он выбрал в... По-моему, это комната, кухня-гостиная называется помещение. Выбрана ткань с печатным рисунком, мелкий, очень красивый такой сердечко и компаньон-полосочка. Вот. Ну, вообще объект подвелся быть очень прикольный, все вам снимем, покажем. Ну и в Москве, собственно, начался как циклон, снегопад, который обещает там в течение там, 4 ближайших дней, что выпадет очень много снега. Ну, в общем, погнали. Продолжение следует...
распространен. Хороший квартира. Дискотека. Приглашение Рита, детские соки. Оговорочка. Неразборчиво написано, зато очень классно. Распространен. О, я ты. Я говорю, я тогда тоже такая. Это самая классная квартира. Да-да-да. Удобная сумочка. Да, вообще, можно и на отдых. Эти вытащила оборудование. Добрый день, меня зовут Евгения, я дизайнер компании Като. Сегодня у нас очень интересный объект с интересными тканями. Это римские шторы на подкладке из ткани Димаут. Римские шторы в сочетании из двух тканей. В составе нее есть лен, процентов, наверное, 30 льна, остальное это полиэстер. За счет этого ткань очень удобна в уходе, экологична и прекрасно ведет себя в эксплуатации. Хорошо драпируется, собирается в складочки. Ткань очень интересная, она с индивидуальным печатным принтом. В данном случае это вот такие вот сердечки, как будто бы нарисованные шариковой ручкой даже может быть, и в сочетании вот с такими полосочками. Тоже очень мило все смотрится и отлично, кстати, подходит к дивану по цвету.
он смотрится в законченном виде. Обтачка по бокам. В середине у нас сердца. Все это печать индивидуальная на ткани. Ткань, как я уже говорила ранее, она в составе еще имеет лен. Поэтому у нее такая немного неоднородная структура, что очень так здорово смотрится по-природному. Римскую штору решили тюлью не перекрывать, для того, чтобы у нас вся красота была на виду. То есть тюль у нас идет за римской шторочкой, мягко рассеивает солнечный свет и придает уют помещению. Милые двухсторонние подушечки. С одной стороны такая. Сегодня в кадре не я, у нас дизайнер. Все-таки у меня лицо как кожица у курицы гриль. В общем, лечение, розация. В общем, если потом решусь, все-таки немножко про это расскажу. Вот, в кадре у нас сегодня дизайнер. Она стеснялась, смущалась, немножко что-то забывала чуть-чуть сказать. В общем, ну, не терялась. Попросила клиента выйти в другую комнату, потому что он ее смущал. Ну, в общем, было прикольно, интересно. Очень необычный дизайн. Сердечки, дизайн сердечек. Ну, вы, наверное, все видели. Сердечки, цветочки с птичками очень такие классные. Но это не квартира не на постоянное проживание у клиентов, а я так поняла, что они буквально приезжают, на чуть-чуть здесь побыли, уехали еще куда-то, и потом эту квартиру он собирается оставить сыну. Да, если вам зашло такое видео, такой подход видео, то есть как мы приезжаем, снимаем нашу работу, вы в комментариях поставьте просто плюсик, ну, чтобы для себя понимали, что вам это интересно, и чтобы мы вообще, в принципе, поняли, в каком направлении двигаться. Либо просто снимать, допустим, обзоры о путешествиях, куда мы ездим, там, Москву снимать, куда мы можем сходить, или, в принципе, снимать нашу работу, как она, ну, как она происходит, наша работа, или, может быть, еще что-то, или какой-то обзор техники может вам снять, чтобы вы посмотрели. То есть, если вам это зашло, это тема с нашей работы, можете просто плюс поставить в комментариях, мы поймем. Ну, как минимум, можете прокомментировать, еще нам будет очень приятно. А еще мы задумали, ну как задумали, для себя решили. В общем, у нас обычно до этого в неделю выходных, ну от силы, если один себе устроим, то мы молодцы. Вот, а сейчас решили, что минимум будем делать два выходных, один из них будем посвящать прогулкам по Москве. Мы планируем снимать интересные красивые места. Да, и мы до этого, ну, снимаем на iPhone 12 Pro, но здесь мне не нравится качество картинки именно на фронтальную камеру или на широкоугольную, то есть когда в плане обработки, когда мы ставим 25 кадров, то качество картинки немножко размыливает, мне это не нравится. У нас есть камкодер, видеокамера, мы будем снимать на камкодер в 4К, а потом переводить в Full HD. Но я думаю, будет качество намного получше, чем на телефон. И вы поймете разницу. И, в принципе, картинка, которую будем снимать, она будет лучше. В идеале, конечно, в 4К она тоже снимает. Но в 4К там
есть смазы. Но я посмотрю, как это лучше будет итоговое видео. И будем, скорее всего, теперь брать комкодер с собой и будем снимать на него. А по поводу петлички, надо, я хочу разобраться, потому что мы сегодня поехали на съемку со старой петличкой проводной. А я до этого покупал именно беспроводную. И там вышло так, что сам вход почему-то, ну, не совместим с камерой. То есть вот там происходят посторонние звуки, лишние шипения. Лишние шумы там какие-то. Да, я поеду на горбушку, вот, поузнаю, в чем проблема. Может быть, это именно в проводе, там, в переходнике. В этом. Ну, в общем, с этим решу, и будет качество звука лучше. Потому что через телефон все равно, ну, качество звука не то. Так будет намного получше. И на комкодер будем снимать, там тоже будет обалденное качество видео.